заказали аккумуляторы вместо данного бошевского на 4 ампер часа. Ну, внешне идентичные, но здесь на новом есть индикатор. Тоже 7-пиновый выход. Ну и, соответственно, проверим вольтаж вместо ремонта. Так, на новом. Так, на старом подлезть. 13 вольт, на новом 18,55. Не знаю, насколько их хватит, но там по массе одинаковые и внешне тоже. Заказывали на Озоне вот по этому шильдику. Можно будет заказать. Они, в принципе, универсальные, отзывы неплохие.